Всем привет, это Харви, и в этом видео я подготовил для вас кое-что необычное. Я расскажу, как за 3 шага свести трек и сделать его более креативным. Для вашего удобства я разбил эту серию видеоуроков на несколько коротких эпизодов. Расстановка уровней, эквализация и добавление эффектов. Чтобы вы не смотрели часовые ролики, которыми полон интернет. Итак, шаг первый. Начнем мы разговор о сведении с расстановки уровней громкости. Думайте об этом так. Вы уже написали бит, и все его инструменты — это ингредиенты вашего блюда. Время начинать готовить! Посмотрим на трек, с которым мы сегодня работаем. Это трек в несведенном варианте. Первым делом убираем громкость со всех дорожек. Все вниз, давайте, я хочу услышать тишину. Большинство продюсеров любят начинать сведение с установки громкости кика или снейра. Я начну с кика. Отлично, кик качает. Давайте выставим клэп. И так далее. Выравниваем громкость у каждого канала ударных. Затем приступаем к остальным инструментам, а потом к басу. Хотя обычно я делаю наоборот, но этот трек мелодичный. Важно добиться мягкости. Экспериментируйте! Супер! Наш микс начал звучать лучше и профессиональней, но все же в нем еще много грязи. О том, как от этого избавиться при помощи эквализации, я расскажу в следующем видео. Подписывайтесь, палец вверх и до скорого!